О необходимости поддерживать граждан, сообщающих о фактах коррупции, заявил первый президент Казахстана на встрече с председателем агентства по противодействию коррупции. Кроме того, Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность применения международного опыта по борьбе с коррупцией. Это позволит повысить эффективность агентства. В свою очередь, Алик Шпекбаев доложил первому президенту о работе проекта «Адалдык алаңы». Ведомство реализует его вместе с центральными государственными органами и акиматами районов. Работа идет согласно вашим поручениям, изложенных еще в послании 2018 года. Антикоррупционный проект реализуется. В каждом областном центре открыты проектные офисы. Теперь постепенно мы будем открывать их в районах, а затем хотим дойти до сельских округов. Министерство также поддерживает эту работу. Мы приняли решение по всем вопросам, изменили внутреннюю структуру, в том числе повысили зарплату госслужащим. Есть хорошие примеры в мире, в частности в Сингапуре. Мы должны перенимать лучший опыт и применять его в Казахстане. Общество должно поддерживать эту идею и присоединиться к нашей работе. Люди должны сообщать о фактах коррупции. Вы сами знаете, сокрытие подобных фактов — это преступление. Пока в нашей стране эта практика не распространена широко, но в мире она существует. Мы должны поддерживать тех граждан, которые сообщают о коррупции.